Мне очень нравится творчество Михаила Юрьевича Лермонтова, но особенно мне нравится его роман «Герой нашего времени». И я часто его перечитываю не только потому, что там яркий сюжет, но еще и потому, что характер главного героя довольно-таки неоднозначен, что заставляет меня переосмысливать его каждый прочитанный раз. «Герой нашего времени» — это история одной личности, воплотившей в своей неповторимой индивидуальности противоречия целого исторического периода. Этот роман и в наше время остается популярен, так как в нем затронуты проблемы, актуальные и в нынешнее время. Мне очень нравится роман Лермонтова «Герой нашего времени», поскольку, несмотря на то, что он написан аж в 1839 году, темы, поднятые в нем, и до сих пор достаточно актуальны. То есть здесь есть любовь, дружба, предательство, нечестные люди, какие-то люди с прибабахом. И читая этот роман сейчас, мы можем найти таких же людей в наших, например, знакомых и окружении.